Приветствую вас, друзья! Меня зовут Алия, я сертифицированный преподаватель нейрографики, и я приглашаю вас на очень интересные онлайн-курсы в Центре пробуждения. Онлайн-курсы у нас есть по четырем очень основным и актуальным темам. Это первое – здоровое, стройное, красивое тело. Вторая тема – это денежный поток. Третья тема – это отношения мужчина-женщина. И четвертая тема – это отношения дети-родители. Каждая из этих тем, из этих направлений очень актуальна для нас в нашей повседневной жизни. И иногда за суетой мы не видим каких-то моментов, которые нужны где-то остановиться, подумать, где-то посмотреть с другой стороны на ситуацию. Вот нейрографика, она дает возможность вам как раз, прорисовав какие-то глубокие ваши моменты, жизненные вопросы, посмотреть на ситуацию по-другому. Допустим, если в отношениях вы с кем-то поругались, на работе это, в доме или где бы то ни было, вы начинаете злиться. Прорисовав эту тему, вы вообще по-другому относитесь к этому и думаете, на что я там злилась, да? Там вообще ситуация в другом. Вот нейрографика как раз дает возможность создать новые нейронные связи и по-другому относиться к этим ситуациям. Как проходят наши онлайн-курсы? Это 4 недели занятий, 8 мастер-классов. В неделю у нас 2 мастер-класса. Мы выставляем вам в личный кабинет запись. Вы рисуете в комфортном для вас режиме. Не обязательно прорисовывать день в день. Да? Тогда, когда вы внутренне готовы сесть порисовать, тогда, когда вы настроились, плюс 2-3 дня у вас есть на осознание, на получение инсайтов, на то, чтобы какие-то моменты для вас распаковались. Будет в личном кабинете еще обратная связь. Я всегда буду рада с вами пообщаться, увидеть ваши работы, услышать ваши какие-то моменты, которые вас психологически задевали или наоборот были вам непонятны. Нейрографика – это творческий метод моделирования событий. И этот метод могут применять все люди, кто хочет рисовать. Для того, чтобы пользоваться этим методом, не обязательно обладать художественным образованием или определенным даром. Достаточно иметь простой лист бумаги, достаточно иметь маркер перманентный и любые карандаши, которые есть у вас дома. Метод очень универсален. Этот метод могут применять все люди с 10 примерно лет и до 95. Он очень актуален, это арт-терапия. Метод дает возможность вам снять стресс быстро, прорисовать какую-то ситуацию, в которой вы чувствуете, что попали в заты, в какой-то блок. Метод распаковывает ваши внутренние блоки. Первое занятие – это будет знакомство с базовым алгоритмом нейрографики. И 8 занятий. Каждое занятие – новая техника, новые инсайты, новая психологическая практика будет добавляться вам в личном кабинете. После выполнения одного занятия доступ к следующему будет открываться через 3 дня. Для того, чтобы вы могли более грамотно и интересно проработать и понять все движение ваше в этом курсе.